Breaking News. Добрый день! Здравствуйте! В 2020 году все мы столкнулись с новой реальностью. Пандемия, цифровизация, перераспределение финансовых потоков. Привычные мероприятия полностью переформатируются, переходят в формат онлайн. Компаниям, которые привыкли быть технологическими лидерами, необходимо поддерживать этот статус даже в эпоху удаленки. Цикловые конференции онлайн становятся более доступны. Обращаются не просто к аудитории зрителей, а каждому отдельно. Дают новые возможности репрезентации продукта. Но если зрителя не удалось вовлечь, он просто выключит вас. Чик, и все. Нужны инструменты, которые захватывают внимание людей, заставляют их задержаться у экранов. Зрелищность, интерактивность. Вау-эффект. Такие инструменты есть в студии ABD Entertainment в Radisson Collection Hotel Moscow. Онлайн-студия ABD в отеле Radisson Collection Hotel Moscow оснащена самым современным оборудованием. Звук, свет, телевизионные камеры для организации трансляции высочайшего уровня. Анимированные и видеопрезентации помогают разнообразить выступления спикеров и сделать их доклады запоминающимися. Подключение в прямой эфир через Zoom и другие видеомессенджеры позволяет гостям стать непосредственными участниками вашего мероприятия, не выходя из дома. Трансляция осуществляется на платформу для неограниченного количества зрителей. Встроенные чаты, опросы, лотереи и другие инструменты выводят коммуникацию в прямом эфире на новый уровень. Дополненная реальность позволяет создать модель любого объекта, презентовать продукт, сделать презентацию живой и объемной. С помощью технологии телепорт перенести гостя в студию из любой точки мира и даже полностью изменить пространство. Все технологические решения мы уже неоднократно опробовали. В десятках онлайн-мероприятий различного уровня сложности. И мы можем уверенно утверждать, это работает. В нашей студии вы сможете провести конференцию в современном и безопасном онлайн-формате. На ультрасовременном технологическом уровне. Мы ждем вас в онлайн-студии Radisson Collection Hotel Moscow.